Хей, йогай, с вами Шамики, мы продолжаем проходить игру по названию Hollow Kings. И как эта чертовщина начала происходить, мы заблудились вообще в пространстве. Что это за место, непонятно. Кто это, что это, какие-то призраки, какие-то духи, защищающие этот город. От нас и не от нас, непонятно. Мне предлагают идти за тенью. Мне нужно просто за ней идти. Ну, кружочки знакомые. Помните вот эту деревья, которые мы типа находились с вами? Скорее всего, это они и есть. Окей. Слушать. Что за ужасную судьбу тебе предрекли? Решили обречь тебя на блуждание в этом пространстве меж души и тела? Что же, ты примешь их приговор и неспешно исчезнешь? Или возьмешь оружие перед тобой и попробуешь так? Прорубишь дорогу прочь из этого печального всеми забытого сна? Посмотреть. Вау, у нас новый меч. Гвоздь грез. Получено. Удержите D, чтобы зарядить грез душ для удара. Гвоздь. D? Вау, 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 вау. Кто ты? Провидица. Ах, ты вернулся с возвращением в мир Яви. Ты существо грязищее. Грязящие. Они воспользовались той силой, что у них еще осталось, и перенесли тебе в это скрытое место. Но гвоздь грез, талисман, что ты сейчас держишь, он способен прорезать покров, чтобы разделять мир Яви и обитель наших грез. Даже самим грязящим не скрыться от такого оружия. Признаюсь тебе, время притупило священный клинок. Впрочем, было, может, вместе мы сможем вернуть его в силе. А тебя требуется немного только приносить мне сущность. Сущность? Бесценные осколки света, из которых сотканы грезы. Собирай их, где только найдешь, и принеси мне. Как только ее у нас будет достаточно, мы сможем творить чудеса. Иди же в мир, гвоздоносец. Разыщи сущность, чтобы еще теплиться в этом мире. Собери с той сущности и возвращайся, я продолжу учить тебя. Окей. Что является сущностью, во-первых? Где я нахожусь, во-вторых? Землю упокоения. Д. Ф это чтобы использовать... Чувствую, я буду вот так собирать долго и нудно. Ой, я нечаянно вышел. Ну? Короче, есть какие-то моменты, где легко я буду находить, в каких-то нет, да? Ну, заполучать и все такое. По идее, это новый у нас меч с вами. А, тут у нас дерево выросло. А ну ты открываешься? Окей, так, здесь у нас, по идее, жук-переносец. Извини, что разминули. Мысли разминулись, мы с тобой еще не встретились.
Так, вот, окей. Странное место, у нас новый меч с вами. А ну, если я его использую на эту? Ничего не стало. Ничего не произошло. Так, где-то я видел светящееся место. Здесь. Посмотреть. Щит грез. Нам дали с вами щит грез. Блин, мне бы какой-то, знаете, предмет, который бы защищал, когда, допустим, хилюсь или магию использую. Такой бы мне предмет хотелось бы заполучить. Так, у нас два места. Вот этот гробик я могу сломать. На лавочке я отдохнул. Вау, вау. Спать, лет спать. А, так они еще со мной потом разговаривают. Оу! А, так мне еще принесло. Привет. Так, ну и допустим, окей, я нашел выход. Вот карты, у меня нету карты из-за того типа. Лавочка, окей, отдыхаем. Поехали. И это что такое слушать? Ах, мой друг. Сей мир жестокий, грешный. Зачем вновь бодрствовать? Зачем вновь быть? Плакальщица. Ах, Лемер. Нет горя. Так, горе, горе моего возлюбленного навеки разлучили. И не соединиться с двумя мирами. Мертва уже давно мое сердце, друг. Уяла в далеких землях, а похоронили, а похоронена ли? Ай, среди своей родины полной ненависти, обреченный на снах грез, отвергнутый честью и молящим. Ну может ли быть, мало на, налу, уместен ли вопрос, уместно ли бремя? Леймер, может ли ты смог, а хочешь ли ты доставить дар к его магии могиле. Сей дар он мал, ну далеко идти. В самой середине последнего пристанища королевы покоится она, окруженная племенем своим. Возможно ли сие? Быть может, пресса не осуществится безумно, но коль согласится Лемер, то будет доброта. О кой почти забыла я. Скорее всего, она говорит о мужике, который лежит, о, помните, в воде, там, где кислота. Принять дар, да. Редкая благодарность тебе, Лемер. Последняя это просьба. Не будь более просьбой после этой. Священный цветок сей есть подношение. Диковинный и нежный. Такие не есть боли. Оберегай его, словно само сердце твое, если тебе ударят, или ты хочешь про этих трусящих зверей. Если тебя ударят, серьезно? Так, в зверях превозчащий цветок погибнет, и ты будет... И не будет его. Могила его близ принеси за королевство, окружена она теми, кто ей родна. Родня. И они не будут рады твоему приходу. Береги себя, Лемер. Мои надежды и сердечное желание с тобой, надеюсь, скоро утешит меня ждет. Что не меня ждет. Самая середина последней пристава королевы стоит она, путь она дать. Не, если вот это рили, сейчас меня ударят и цветочек, минус цветочек, считайте.
Так, цветок, нежный цветок, нежный серый плакальщик из земли упокоения. Она попросила вас положить его на могиле ее богомольной возлюбленной в садах королевы. Нихера мне идти! Цветок очень нежный и будет погублен, если вас ударят или если вы решите прокатиться на рогате. Это мне нужно путь отсюда идти пешочком туда, чтоб меня еще не ударили. А я хер знает, где я вообще. Классно, 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 почему бы и нет? Не, рили, ребят, вот это, конечно, они прикольно сделали. Типа... Вот, вот об этом я и говорю. Минус цветочек. Цветок погиб. Найс. Осмотреть. Дневник странника. Осмотреть. Пожиратель душ, ракушка. Как просто минус цветок сделать? Изи. Изи. По идее, я ж могу не заново это задание брать. Скорее всего, могу, поэтому... Живое больше свет. Но они не такие на самом деле сложные. Они вообще не сложные. Мне главное пойти купить карту надо. Потому что я не знаю, куда мне идти. А где я тут вас еще не лутал? Где-то рядышком орёт оно. Странно, странно, странно. Так, это... О, это я нашел лифт где. Угу. О, слушай, а что ты мне скажешь? Иди сюда. Не подходи. А, то есть теперь мы можем, типа, даже общаться с этими насекомыми, жуками. Кайф. Так, что мы делаем? Мне сначала нужно понять, где я остановился, где еще не был, где я пропустил что. Поэтому мы возвращаемся, во-первых, назад. Я сюда, да, ходил? Слушать. Остановись. Все, кто пытался покинуть королевство, были прокляты. Лучше оставь тут. А, лучше остаться тут, пока само время не устанет. Надежда и свобода. Я думаю, что заполучить их одной лишь силой. В моих грезах я так сокрушал эту чуму ударами гвоздей, а затем шел и против самого короля. Но когда я проснулся в этом святилище в священном месте, то начал понимать, где кто питает надежды, уже обречены. Ты еще питаешь надежды, странник? Что же ты? Убежишь или поднимешь свое оружие и обречешь нас обеих? ПВП? Если ты хочешь ПВП, мне нужно здесь отдохнуть, слушай. И я с тобой могу с радостью сразиться. Где лавочка?
Я не помню, где лавочка. Вот черт, если я сейчас не... У нее нету лавочки, черт! Черт, 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 черт. Я с ним не хочу драться, потому что я не знаю, где я появлюсь. Плюс у меня нету карты этой местности. Начнем с этого, да? Я понимаю, что я с ним могу сразиться. Я это осознаю, я это понимаю. Так, откуда я вылез хотя бы? Это тоже момент такой интересен. О, вот теперь я могу сразиться, пойти. Пойдемте сражаться, ладно. Если он так хочет, пускай так, так тому и быть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, ладно. Вот здесь видите такой момент, когда хер понимаешь. Ох, ты чё, гонишь? Ого. Все? А, теперь я понимаю. Идущие против короля обречены, едва поднимут оружие на него. Не надо называть меня предателем, просто я великий... Величай меня глупцом. Знаю, ты не отступаешь, так, ты не отступишься, когда... Куда бы ты ни пошел, я буду наблюдать за тобой. Мне сейчас 20. Нихера себе! О-хо-хо-хо, за них дают сотку. Мы идем улучшать меч. Мы улучшим меч. Это получается, мы же с призраками, да, воюем теперь? Ну, это был типа босса, это был типа призрака. Давай, давай, давай. А, воздоносец, ты вернулся, дай-ка взгляну на твой гвоздь грез. Собрал уже 100 сущностей так быстро. Тебе это легко дается, да? Не мудрено, что грезащий хотел сохранить тебя в этом старом сне. Возможно, они боятся тебя, или же они так давно были в заточении, что захотели себе собеседника. В любом случае, тебе еще много предстоит. Возьми эту старую безделушку за труды и возвращайся, когда соберешь 200 сущностей. Это можно только продать, на самом деле, и все. Ну, 1600 у меня душ уже есть, я замечу. 1600 у меня есть. Сейчас мы сядем с вами на лифт. Я не знаю, куда мы приедем, потому что мы уже столько посетили, на самом деле, много мест. Ох, я даже не знаю. Где мы уже с вами только не побывали, в каких локациях. Потом это еще нужно будет все находить, искать. Но у нас священный меч есть, это тоже хорошо.
Я думал, что священным мечом нужно убивать, но священным мечом только дает то, что эти начинают болтать. Да, на кнопочку нажать. Главное понимать, куда я хотя бы приезжаю. Землю пока... Ага, это значок босса. Грязмут. Это грязмут? Землю покаяния. Я вообще, блядь, нахожусь. А, я тогда лифт не мог запустить. Точно, точно, я вспоминаю все. Так, а давайте я по-быстрому здесь никак, да? Хотя не, я могу по-быстрому пойти сейчас вниз. По-быстрому сюда пойти вниз. Сюда, сюда, сюда. И... Здесь уже таких врагов нету. Сложных. Ай. Голод, голод. Короче, не жрать хотят. Я не буду, короче, на самом деле сейчас использовать ничего. Здесь, во-первых, лавочка. Потом здесь я могу отправиться в грязмут. Да-да-да-да-да-да-да, где-то эти туннели находятся грязные горячие, где я родился и рос. Я же было думал, моя старая голова совсем о нем позабыла, но теперь, кажется, припонимаю дорогу. Если ты и дальше будешь открывать указанные так там бомбиточки, все. Так, грязмут, поехали. После грязмута мы отправимся вниз под землю. И теперь мы можем пойти в кристалку. А подождите, а где мне это искать? Есть, короче, я же на Вики уже полазил уже, да, все как обычно. Способности. Меч — это одна из способностей, но есть еще какие-то вещи здесь, по сути. Поехали сюда. Есть у тебя что-то на продажу. Ах, все еще хочешь что-то купить, и Гео оттягивает карманы. Увы, боюсь, с тобой скуплено все, что я был. Так, все, я понял тебя. Прикольно. Нечего купить. Так, а зачем я сюда пошел вообще? Подождите. Чтобы в колодец прыгнуть, чтобы быстрее сократить путь. Точно. Точно, точно, точно. Так, здесь, по идее, еще один босс должен быть где-то. По идее, еще я должен этих трех победить, оказывается, с помощью этого меча или типа того. Вот что это? Это, получается, главный босс, да? Что за значок вот снизу? И с той стороны тоже значок. Это типа, где их можно найти? Так, ладно, давайте, короче, отправимся тогда по пути в кристальный город. По идее, я туда уже могу попасть. Ту-ту-ту-ту. Что у меня денег, конечно, куча, это туда. Легкий босс, легкий босс.
Так, кристальная пещера, поехали. У меня уже и фонарь есть. Точно, у меня фонарь есть. Я могу еще в темное место сходить. Я еще могу в темное место сходить. Что, поехали? Так, а у меня карта это не... Я карту не купил. Ну черт, вот я глупец. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Это да, я заглупил немного. Да, открыть ворота. Это выход наверх. Ага. Блин, жалко, что тут быстро. Или это быстрый путь? А, это довольно быстро даже путь. Я буду так постоянно теперь ходить. Возвращаться обратно. Там, короче, был какой-то проход. Если я не ошибаюсь, когда мы падали. А я не ошибаюсь, там что-то было. Там да что-то и было. Так, тухлое яйцо. А, я ж... А хотя не, я туда обратно не залез. А, давайте тогда здесь смотреть, что есть. Так. Тыкс. Вам потом оттуда вылезти быстро. А, так они глупые. Окей. Да не, но у меня этих дохера. Вы там бензопилы. Там бензопилы. Карты у меня нету. Ауч. Кирки кидают. Так, ладно, лавочка. Картежника тут навряд ли, да, найду. Денежка. Еще понять, куда я вообще иду. Я понял, куда я пришел. Делимся. И что, вот это останется навсегда? Ай-яй-яй. Блин, а. Если оно остается, это жестко.
Но убивается эта фигня быстро. Так, я не долечу, да? Давайте, короче, здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.